колонию за присвоение полумиллиона рублей отправилась начальница почтового отделения из Соболева. Как сообщили в прокуратуре региона, темными делами 45-летняя женщина занималась с августа по октябрь прошлого года. Все деньги она потратила на личные нужды. Тем не менее, преступную схему удалось раскрыть. Экс-директор признала свою вину. В ее криминальной биографии затесался интересный факт. 2 года назад женщину условно осудили за причинение легкого вреда здоровью. Однако теперь ей придется провести больше года в колонии общего режима. Кроме того, бывшей начальнице почтового отделения предстоит выплатить ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать.